Привет всем, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Кшиук. И сегодня вы узнаете, что потребовалось сделать Дмитрию Добрякову, чтобы установить рекорд России, завоевать кучу подиумов, собрать 6000 кубиков Рубика за сутки, а также получить респекты от таких знаменитых куберов, как Феликс Зендекс, Макс Парк и даже от Эрна Рубика. Поехали! А перед началом ролика советую подписаться на наш канал, нажать кнопку лайка, а также написать парочку комментариев, что ты думаешь по поводу этого видео. Обещаю, сегодня будет очень интересно, и это не оставит тебя равнодушным, даже если ты абсолютно не разбираешься в спидкубинге. Итак, погнали! Свою стремительную карьеру Дмитрий Добряков начал еще в далеком 2011 году. Именно тогда он впервые поучаствовал на соревнованиях, установил свои первые рекорды и набрался опыта от более опытных на тот момент спидкуберов. Интересный факт, именно на этих соревнованиях он впервые сделал свой рекорд ниже 20 секунд в единичной попытке, который составил 19,28 секунды. К сожалению, тот рекорд не привел его к сказочному месту на этих соревнованиях, и он закончил их с результатом 25,37 секунды по среднему из 5 попыток на скромном 64-м месте. Сразу же после этих соревнований он продолжил тренироваться, и уже на следующем чемпионате его рекорд преодолевает отметку в 13 секунд. Его время составило 12,97 секунды. И это только по среднему времени. К сожалению, на тех соревнованиях он не показал крутого результата по единичной попытке в sub-10, то есть ниже 10 секунд. Но тем не менее собрал за хорошие 10,30 секунды. Но уже спустя двое соревнований в Нелидово от 2013 года этот парень устанавливает свой новый рекорд в единичной попытке 8,77 секунды, тем самым преодолевая sub-10 более чем на секунду. Очень неплохо всего для четырех соревнований. Но и на этом он не остановился, а продолжил все усерднее и усерднее тренироваться. Всего на момент 2021 года Дмитрий поучаствовал в 58 соревнованиях по всему миру. Конечно же, мы не будем перечислять каждое, но некоторые все же стоит отметить. Например, в ноябре 2013 он отправляется на соревнования в Финляндию и практически с легкостью занимает там первое место, обогнав известного финляндского спидкубера Тима Джокинина. Но это была всего лишь капля в море, и 2014 стал для Добрякова решающим в его карьере. Ведь именно в этом году его провозгласили как нового будущего рекордсмена в кубике Рубика 3×3, и всего спустя 3 чемпионата на соревнованиях в Минске он устанавливает новый рекорд России по единичной попытке 6,84 секунды. Впечатляет, не так ли? Кстати, именно в этом году обнаруживается, что на его канал подписался тот самый Феликс Зендекс, тем самым, видимо, отдавая свой респект его скорости и в целом сборкам. На этом историю Дмитрия Добрякова можно было бы закончить, но в этом году также произошло то, за чем следило по меньшей мере половина сообщества спидкуберов. Дима умудрился провести целых 2 суточных марафона, на одном из которых он смог установить новый мировой рекорд по количеству сборок кубика Рубика 3×3 – 6249 кубов. Могло быть, кстати, ровное число в 6250, если бы я не протупил и вовремя заскормил трешки в середине марафона. Да. Рекорд до сих пор остается непринятым Всемирной книгой рекордов Гиннесса по неопределенным причинам. Но так ли это важно, как важно то, насколько круто Дмитрий Добряков не остановился перед трудностями и смог преодолеть себя. Это точно заслуживает похвалы. Спасибо за просмотр, и не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну а это была история о том, как Дмитрий Добряков обошел всех и установил новый рекорд России в сборке кубика Рубика 3×3. Увидимся. А еще у Добрякова есть фото с небезызвестным Эрна Рубиком. Не каждый таким похвастается.